вот какой рюкзачок интересный. Тут совсем маленький. Вот чтобы вы поняли, моя рука бубончиком. Вот такая малютка. $68. Такой бэбик маленький. Сумочка неплохая, розовая. Такая. Гетр можно тоже купить себе. Белый, черный, серый. Сумочки. Вот такая желтая сумка. $39. Вот такая тоже 39. Вот они тут с замками. Aldo. Ну, Aldo такая считается неплохая. Вот какой тут рюкзачок есть. Я что-то сейчас запала на рюкзачки. Рюкзачки мне нравятся. Вот это черный классный. Вот сумочка Fossil. Вот такая есть. Это кроссбоди. Черная. Красная такая. Fossil опять. Коричневые. Такие. Вот совсем маленькие висят. Кроссбоди. На Invest. 19.95. Сумки Anna Klein. Вот такая красота. Ну, они здесь недорогие. Они здесь все уже на оценках. Разве что не должно быть. Вот такая $30 красная. Кроссбоди, кроссбоди, кроссбоди. У меня тоже сегодня вот такая черная кроссбоди. Прямо я. Такая сумка 110 стоила. Сейчас она 60. Такая 40. Интересные сумочки, разные цвета. Кроссбоди тоже разные цвета, разные к ним аксессуары. Вот эти клатчи для платьев вечерних. Тоже серебряные, под золото, черные, с красивыми брошками. Вот такая красота, аж блестит вся. Вот такая выделанная, такая кожа выделанная. Такой интересный клатч. Такая красота блестящая на цепочке. Я бы все взяла. Я вот такая все люблю, такое красивое и интересное. Такие тоже на цепочке. Все взяла, все мое. Все мое. Тоже красота такая. Это серенькая. Такая. Розовая с брошкой. Такая с таким орнаментом. Черная атласная попроще. Такая есть. Но это тоже, это на любителя. Это нужно любить держать в руке. Не люблю держать в руке ничего. Такая тоже красивая. Но это вообще к вечерним таким платьям. Вот такая есть еще. Клатч. Сколько он стоит? 34 доллара. 34. Вот такой черный. 34. Нужно искать цену. Вот такой 30. Черный. Вот такой. Блестящий. 39. Такая красота. Блестящая. Сумки. Дальше сумки. Сумки. Кэти Келли. Ну, это такие сумки не очень выдающихся таких дизайнеров. На Invest. 89. 39 сейчас. Было 89. Кошелечки на шнурках.
Тут еще я видела где-то Calvin Klein. Вот это от Guess сумки. Guess фирма неплохая, но какие-то сумки у нее мне не нравятся. Madison West коричневая неплохая. И вот Michael Kors. 348 она стоила. Сейчас она 100. Что с чем-то не вижу, уже нужно очки цены читать. Такие, это все тут Michael Kors, его логотипы. Ну, эти серые еще куда не шли. И то. Белая вот эта неплохая Michael Kors. Розовые. Там та 228 стоила. Та коричневая тоже. Ну, тут выбор небольшой сейчас. Какие-то шкарики тут под эти сумки. Vans представлены. И тут сумки Aldo. Тут Aldo тоже. Ну так. Вот серые. Ну, здоровенные. Мне нравятся, но они очень большие для меня. Они такая крупная. И вот тут бижутерия тоже предоставлена. Какие-то обручи на голову, завязки, повязки, заколки. И тут множество всяких браслетов. Бери, не хочу. Сережки. Купила туфли, бери сережки. Купила сережки, бери браслет. Купила браслет, бери сумку. Все недорого. Дешево и сердито. И можно, если не понравилось, все вернуть. Некоторые даже умудряются этикетки не снимать. Одела, аккуратно поносила, принесла, вернула. Музыка играет, но может она не сильно громко играет. Может пройдет. В каждом магазине музыка. Вот эти все бижутерии очень любят темнокожие. Они на это западают. Мне вот эти бусы понравились. Белые. Белые ожерелье. Ну, окей, девчонки. Показала вам сегодня много чего. Вот этот Divisi Kids. Все, всем пока. Счастливенько, хорошего дня. Bye.